Фух. Так, ну что, всем привет, дамы и господа. Всем здрасте. Ой. Забыл. Забыл сделать. С утра записывал для вас геймплей одной игры, которую пока что нельзя нигде светить. Но сегодня вечером уже, собственно, выйдет аж целых три летсплея, по сути, там почти на 3 часа геймплея. Вот, в общем, ждите, скоро выйдет. В 6 часов по МСК стартанет, так сказать. Серии уже загружены, оформлены, в общем, все красиво, все как надо. Ну, а сейчас мы с вами продолжаем проходить Ghost of Tsushima. Мы вчера, ну, вот так вот, волею судеб попали на DLC. Я так понимаю, оно выходило уже после того, как релизнулась игра. И, скорее всего, я так понимаю, это контент Director's Cut'а. Вот. Но, как бы, вот мы в него попали и сейчас его проходим. Значит, что хочу сказать. Спасибо всем, кто смотрит на YouTube, ребята. Спасибо за лайки, подписки, комментарии. Все это очень важно. Побольше пишите комментариев, ставьте лайков, конечно же. Ну и не забывайте подписываться. Ну а мы с вами продолжаем Ghost of Tsushima. Всем приятного просмотра. Те, кто смотрит в записи, не забывайте вкусняшками запасаться. Конечно же, потому что достаточно долгие стримы получаются. Так, нам, значит, по заданию нужно отправиться вот сюда. Я предлагаю вот отсюда телепортнуться. Вот, отсюда телепортнуться и добежать. Я вчера вот, собственно, ну, для кого-то это серия, для кого-то это стрим. Во время вчерашнего стрима вот такой вот костюмчик. Точнее, доспехи, костюмчик его называем. Доспехи забабахал. Посмотрим, короче, что сейчас будет. Выйдет из этого с этим костюмом. Вот. Но вроде выглядит прикольно, так сказать. Так, нас вчера отравили. Вот эта вот шаманка монгольская. И, соответственно, нам нужно сейчас найти противоядие, встретиться с местными жителями этого острова и помочь им разобраться, так сказать, с монголами-воронами. Монголами-воронами, которые непосредственно захватили этот остров и диктуют здесь свои правила. Так, ну давайте посмотрим. Зин что... из Ерикавы. Я уж тебя и не ждал. Что случилось? Здесь жили мои друзья. Я думал позвать их сражаться, но монголы успели сюда раньше меня. Теперь надо хотя бы похоронить их, как положено. Ты подожди. Я помогу. Ты вовсе не обязан. Нет, но хочу помочь. Бери лопату. Бери лопату, копать будешь. Возвращение разбойника. Пусть обретут покой в новой жизни. Не думал, что ты набожен. О, я непредсказуем. Ты говорил, что можешь отвезти меня к своим. Еще не надумал? Сперва ты ответь. Яд орлицы на тебя еще действует? Да. Но сражаться хуже не стоит. Частично. Отведи меня к своим. Пусть убедятся, что я гожусь для боя. Ну ладно, самурай. Ехать далеко. Гляди, не отстань. Это я завсегда так сказать. И куда мы едем? В разбойничью крепость. Раньше мы там прятались от самураев, а теперь вот от монголов. Уже не боишься вести самураев в свое укрытие? Ясное дело, боюсь. Но теперь нам нужен каждый меч. Только ты все же следи за языком. После вторжения Сакая самураев у нас любят не намного больше, чем гадюк. Вторжение Сакая? Мясник Сакая решил подчинить нас своим законам. Ну а мы показали им наши законы. Ценой жизни многих славных бойцов. К
Как я слышал, вы тоже были не без греха. Бывает ли иначе? Война всегда дело грязное. Дальше будет потайной вход в крепость. Монголы прошли в убежище. Ну, вы трусы! В бою, самурай. Югахулихе! Готов. Легчайше. Просто легчайше расправились с ублюдками. Дашу! Дашу! Какую они Дашу все время зовут, я не могу понять. Вот Дашу! Дашу! Дашу какую-то зовут. Здесь же никак не пройти. Фуна постаралась. Если нас вдруг находят, мы перекрываем вход и убиваем всех чужаков. Кем бы они ни были. Даже если вы их сами к себе пригласили? Всякое может быть. Есть другой путь? Только по воде. Здесь когда-то очень давно была тропа. Не знаю, сохранилась ли. Пошли поищем. Сколько самураев. Я так предполагаю, это устье реки какое-то высохшее. Ночью ему вспороли глотку. Твой шатер окропили брызги крови. Замолчи! Зин, ты чего? Я просто... Иногда... Она что, мысли твои читает? Нет. Я сам слышу свои мысли, о которых не подозревал. Будто это она их говорит. Надеюсь, пройдет. Понятно, почему самураи не нашли ваше убежище. Это единственная крепость, пережившая вторжение Сакая. Пережила бы теперь монголов. Тут пути нет. Путь всегда найдется. Ну да, какой самурай без пути? Какой пират без глупых шуток? Мои не глупые. Неплохо. Где такие берут? Мой друг на Цусиме отличный кузнец. На Цусиме? Тогда обойдусь. Цусиме, вот говорите, да, надо пойду. Поискать обход. Так, Мусио, ну-ка спокойно, не падать вниз. Вижу, чтобы самурай так умел. Можешь присоединиться. Все хорошо? Да. Не сорвись, держись там. Не дурно. Не сорвись, держись там. Не сорвусь. Вот гады. Это же наш корабль. Твои друзья? Да не то, что друзья. Ну да, знакомые. Орлица нам уже четвертый корабль топит. Что-нибудь придумаю. А как ты попал к Фуне? Мы с ней вместе отдыхали в корчме Сакая. Это ты про форт? Кормят отвратно, но хоть головы на плечах не ставишь. Впрочем, гостям повезло. Почти пришли. Он ведет тебя в логово убийц. Ты погибнешь так же, как погиб твой отец.
Блин, я надеюсь, мне какую-нибудь клевую броню тут, что ли, дадут. Когда войдем, пути назад не будет. Мне за тебя головой отвечать. Не подведи меня, самурай. Я не подведу, Тенса. Даю слово. Рад слышать. С остальными тоже повежливей. Никуда не отходи. И меч не доставай. Говорить буду я. Пришли. Тензо, вот и ты. Что, самурая привел? Фуна это не понравится. Я сам ей скажу. Займитесь своими делами. Глаз с тебя не спущу, самурай. Пошли к Фуне. Если понравишься ей, тебя здесь не тронут. А если не понравлюсь? Ну, человека простого может привязать к колу до прилива. Или вздернуть на мачте и оставить на воле чай. Но ты самурай, дело другое. Эти люди... Тоже отведали яда орлицы. Мы с ним не справились. Тензо! Чистые тряпки закончились! Где-то была сменная рубаха. Посмотри в ящиках. Идем, Дзин. Фуна ждет. Это был твой дом? Им сейчас нужнее. Вот и Фуна. Уселась повыше и смотрит. Тензо! А ну быстро ко мне! Иду, Фуна! Помни, веди себя прилично. И не вздумай ей дерзить. Не вздумаю. Ну, здравствуй, Тензо. Я объясню. Уж постарайся. Хочу знать, что тебя надоумило привести в мой дом самурая. Ты хотела, чтобы я привел бойцов? Да, союзников. Не врагов же. Если бы я был вам враг, ты бы заметила. Дзин. Помолчи, Тензо. Я послушаю, как самурай роет себе могилу. Я здесь, потому что монголы пришли и к нам. Орлице надо дать отпор сейчас, пока она не привела свои войска на Цусиму. Мы можем спасти оба наших дома, если объединим силы. Ну, ты его привел. Что ты скажешь? Или он поможет, или сдохнет на монгольском копье. А мы порадуемся, что на Иге погиб очередной самурай. Так или иначе, нам же лучше. Ладно, самурай. Смотри, чтоб не укачало. Как начнется буря, спустим на воду все, что есть, и пойдем к кораблю орлицы. Ты хочешь потерять половину людей? Доставь меня на корабль. Я его потоплю. Тензо, уведи ты этого недоумка. А в этом что-то есть. В открытую к ее кораблю не подобраться. Но раз в неделю судно с острова возит им припасы. Мы захватим это судно и сами доставим припасы. Тензо, если ты согласен, тогда и займись. Мне нужна дюжина, в том числе Дзин. Хорошо. Грузовое судно выходит с северо-востока. Между крутых утесов есть бухта. Встретимся на месте. Фуна, рад знакомству. Уж не подведи, самурай. Не подведу, не переживай, Фуно. Возвращение разбойника. Ваша легенда крепнет. Стойкий сын. Оберег изобилия. Вы подбираете вдвое больше снарядов. Угу, неплохо. Так, и куда же мне? Куда же мне? Куда же мне? Куда же мне? Брони. Доспех с ругами. Вот это мне надо. Вот это мне надо.
Дай взглянуть. Может, я смогу улучшить твой клинок. Он отрезал своим жертвам уши, носы, а следом и губы. Рику Чернорукий... Да кто он такой? Рику Чернорукий, проклятый капитан, даже после смерти не дает нам покоя. Рику Чернорукий, он же давно погиб в море. Так и было. Я Кассера. Когда-то и я ходил под кровавым флагом Рику. Мне такое довелось повидать, что до сих пор сплю плохо. Тогда расскажешь мне о нем? Конечно. Надеюсь, у вас крепкий желудок и нервы. Рику Чернорукий был таким кровожадным пиратом, что держал в страхе весь остров Ики. Своих жертв он живьем резал на кусочки, а самый лакомый из них всегда оставлял своему верному спутнику, злобной мартышке. Отстать себе... Рику изготовил особенные доспехи, и в них вселился обезьяний демон Саругами. Под хищный шепот этого демона Рику шел на невиданные риски. И с каждой победой душа его становилась все черней и черней. 6 лет назад Чернорукий напал на корабль беженцев под сёгунским флагом. На борту были дети. Их Рику сбросил за борт, а с самурая, который их охранял, медленно содрал кожу. Его люди в ужасе глядели, как мерзкая мартышка жадно ее уплетает. А потом — мятеж. Команда Рику Чернорукого замыслила против капитана заговор. Ему вонзили в грудь кинжал и ослепили ядом. Но благодаря доспехам Саругами он умудрился сохранить свою жизнь. Рику поджег корабль и бежал со своей мартышкой. А вся его злосчастная команда так и сгорела заживо. Перед смертью Рику спрятал доспехи Саругами где-то на острове Ики. Теперь... Его мстительный дух рыщет у берега в ожидании тех, кто достаточно храбр и достаточно глуп, чтобы искать эти проклятые доспехи Рику Чернорукого. Легенда о Рике Черноруком. Ну, погнали! Ты был на корабле Чернорукого и устроил мятеж. Надо ж было что-то делать. Его доспех с ругами так и не нашли? Были желающие. Да только все они пали в бою с его злобным духом. Говорят, все мартышки на Ики — это его глаза и уши. Тогда он уже знает, что мне нужен этот доспех. Где затонул ваш корабль? Этого я не помню. Но вот что. Кроме меня... Из команды уцелела одна женщина, Минато. Она часто уходит на гору Такэно-Цудзи. Хочет забыть тот кошмар, что мы пережили. Спасибо тебе. Осторожней. Мартышки не дремлют. Рику Чернорукий все видит. Угу. И как мне найти Рика Чернорукого? Покиньте убежище, показать дневник.
Интересно, конечно. Окей. Да в смысле? А, это то есть ради этой штуки, да, я сюда залезал. Прикольно. Ты не один на этом свете. Знай, если будет тяжело, клан Адати поможет. Клана Адати больше нет. Я пыталась их спасти. Масако, вы не должны себя винить. Зараза, а? Тварь. А ты что туда ползешь? Ну-ка лежать, мразь. Освобожу. Ну надо же, так бывает. Мне помог самурай. Ты Минато? А ты еще кто? Я Ронин. Ищу тут одни доспехи. Ты же была на корабле Чернорукого? Чш, тихо. Не то услышит. Ты веришь в эти сказки? Иногда ночью я чувствую, как он смотрит на меня. А потом слышу, как его мартышка высасывает мозг из костей. Эти мелкие поганцы точно за всеми нами следят. Хочешь верь, хочешь нет, но я могу поклясться. Что ты помнишь про ночь мятежа? Расскажи мне. Я ищу место, где лежит прах Рику. Мы стояли у северо-восточного берега, и я увидела, как из-под воды, как будто что-то светится. Может, луна отражалась? Нет, ночь была безлунная. Свечение под водой. Так себе зацепка, но поищу.
Так, отдохните у костра. Угу, хорошо. Подумай о себе. Забудь про доспехи. Извини, дорогой, но мне нужны эти доспехи. Ты же там погибнешь. Вопросик к рукам не прибрали, так сказать. Что, уже выдохся? Ищешь искупление? Здесь ты его не найдешь. Я схожу с ума. Сложить хоку. Мысли о принятии. Венчают голову копья. Верный конь щиплет траву. Закаты сменяют рассвет. Немножко не в рифму получилось. Где Тензо? На утёсе. Беседует с приятелем. Ой, хорошо. Свет. Свет. Из-под воды. Thank you.
Его ослепили. Может, не полностью, и он различил свет? Он или его мартышка? Там зачем-то еще был этот для крюка ухват. Сюда ты шел, Рико. Загадочная пещера. Ход есть, но не пройти. Надо зажечь жаровню и понять, как пройти. Это что, типа данж? А, нужен огонь. Как развести здесь огонь? Может, горящей стрелой? Убили совсем недавно. Но кто? Кто-то. Реально ярко. Удачненько я. Кто-то оставил послание. Сокровище, то вот оно. Только теперь я не могу вернуться из-за вывихнутой лодыжки. Прошло уже несколько дней, может и неделя, вокруг ни души, одни проклятые обезьяны, они следят за мной в темноте. Не надо было мне слушать историю кассиры.
Сусима. Последнее, что я увидел, лица, полные ненависти, гнева и упоительного страха. А потом мир растворился, разошелся пузырями света и тени. Постепенно меня объяла бесконечная чернота на долгие мучительные годы. Я научился любить прохладную сырую тьму, но воспоминания о тех лицах разжигают в моей душе пламя. Я еще отомщу. Настанет день, и я еще буду смаковать их вопли, пусть даже не видя их гримас. Фонарики какие-то. Ты приходил ко мне во сне. Покажись. Еще один охотник до моих доспехов и до силы с оругами. Рику Чернорукий, так ты выжил? Нет, я переродился во мраке. Ну давай драться, чё. Поединок в чёрной яме. Ты слеп. Это нечестный бой. Что сказать? Нечестный. Пунём! Он сказал, ему семью надо кормить. Братан, мне тоже надо кормить семью. А легчайше, так сказать.
Доспехи с ругами, наделенные силой грозного духа обезьяны, которые подталкивают владельца доспехов к риску. Надежная защита от врагов с ругами. Умай. Так, а что дает-то? Так, обычное парирование отключено. Идеальное парирование возвращается в цепочку из двух атак. Идеальное уклонение также наносит урон ближайшим врагам. Ну, такой себе. Где выход-то? Все, пора выбираться. Как ярко! Он здесь, сюда! Как раз вам впору, господин. Надо же. Вылитый старина Рику. Кассера, и что же тебе спокойно не сиделось в убежище у Фуна? Ну а теперь отдайте-ка мне доспехи побыстрее. Хочу помочиться на труп Рику. Давно уж терплю. Рику твой, а доспехи мои. Ах, будь ты проклят. Да. Что-то я беру свои слова обратно. Сила доспехи прям клевые. Иссякла. Чё-то прям нормально, так удобно очень. Она дар и проклятие. Так. Опа.
как на ладони. Достаточно одной стрелы. Твой путь ведет к безумию и смерти. Ну что тут сделать надо? А, это воспоминания? Здесь я впервые выпил саке. Саке кончилось. Иди возьми у бойцов. Да, отец. Вот и сегодня, как в Тикудзен. Крысы опомниться не успели. Господин! Вижу, вы в хорошем настроении. Поздравляю вас всех с победой. Вы бы лучше поздравили отца. Здесь вашего отца зовут Мясником. Потому что он легендарный воин. Надеюсь, и я стану, как он. Простите, мне пора. Отец просил принести саке. Да. Вот, возьмите. Местным-то уже ни к чему. Мы их перебили. Я извиняюсь, ребят. Wi-Fi чудит. Отец, я принес саке. Хорошо. Сядь. Выпьем за победу. Почему мы не празднуем с остальными? Не следует допускать понебратства со своими солдатами. Почему? Понебратство ведет к распущенности. Но они отдали бы за тебя жизнь. Таков их долг. Причем безоговорочный. А мой долг — подчиняться Дзиту. Мы с твоей матерью часто об этом говорили. Я во всем полагался на ее мудрость. Я почти ее не помню. Тиёка была рассудительна и милосердна. Вместе с ней не стало лучшего, что во мне было. Это ее флейта. Вся моя память о ней. Так давай послушаем. Сыграй, пожалуйста. Тем вечером ты впервые попросил меня сыграть. А я впервые ощутил, что я твой сын. Воспоминание о скорби. Где Тензо? Ну, тетя. Беседует с приятелем. На каком утёсе-то?
Хватит ныть. Хочешь уметь за себя постоять? Так упражняй. Ах ты лживая тварь. Орлица никогда не лжет! Поньк. Дзин, мне тебя долго ждать? В другой раз не спешу убить врага сразу. Вдруг он что-нибудь знал? Он сказал достаточно. Ты назвал его лживой тварью. Что он сказал? Не до того сейчас. Корабль скоро причалит. Скажи своим людям, что действовать будем тихо. Если начнем крушить все подряд, на корабле Орлицы заметят раньше времени. Тогда не сможем напасть. Спокойно, Дзин из Ерикавы. Корабль с припасами будет взят в полной сохранности. Отдохни пока. Корабль скоро будет здесь. Дзин из Ерикавы. Пора. Пора. У них на берегу лодки. Как раз, чтобы нам добраться до корабля. Хорошо, что туман. Если попадемся на глаза, спугнем их раньше времени. Ну, идем. Опа, идем. Я могу сражаться, если ты об этом. Да нет, от яда видишь прошлое? То, о чем хочу забыть. Например, как любимый шелка кровью испачкал? Кое-что пострашнее. Ну так расскажи. Что было самым страшным в жизни Дзина из Ерикавы? Бойня. Встреча мне с тобой. Мерещится один потрепанный моряк. От него несет дрянной выпивкой и тухлыми раками. Он так смотрит на мой меч, будто хочет его стянуть. Вроде самурай, а шутить умеешь. Все как обычно. Никого не щадить. Покажем, как на Ике встречают незваных гостей. Атаку! К оружию! Так. Убьем их. Нельзя привлекать внимание. Готов. Да, попёрся. Где? Кто? Лежать. Блин, вот когда общий замес, непонятно, короче, где кто. Проклятье. Туман уходит. Нас заметят. Осторожно! Укрытие! Спрячьтесь! Назад! Нет! Я пойду в обход. Разобью пушки. На клочки порву. Ну давай. На клочки порву, эй, слышь. Берегись пушек. Не высовывайтесь. Вас порву, глаза выколю, моргала разорву. Понял. Они прекрасно знают, кто ты. Тебя ведут прямиком в ловушку.
Ага, ага, да-да-да-да-да. Знают на все сто. Произнесут ли они молитву над твоим телом? Произнесу. То же, что произнесли, убивая твоего отца. Напомни-ка мне слова. Ты эти слова никогда не забудешь. Пусть смерть твоя украсит все живое. Замолчи! Вот и я про то же, Дин. Ой! Ой! Вот оно что надо было сделать, я чешется. Рука чесалась. О, здорово. Ой. Да как же ты, сука, задарил бол, тварь ты! Ты помогаешь монгольская. Тем, кто плюет на могилу отца. Ты не спас его, потому что был слаб. Это не моя вина! Короче, дурацкие доспехи. Хочу поменять. Мне мои доспехи Ронина нравятся больше всего. Ну-ка иди сюда, куда пошел? Нехрен было по мне стрелять, давай. Ага!
Говори! Готово! Вот там и... Говори! Криве! Вот тут на, чувак! Так, что ты там? Что ты там делал, тварь? Стрелял мне в жопу, пока я, значит, там сражался, да? Всеми расправились. Как же долго ты с пушками разбирался? Решил, что вам надо дух перевести. А вот спасибо. Это как понимать? То мы с тобой заодно, а то ты готов в любой момент на меня наброситься. Потом, самурай. Мы еще не закончили. Хорошо, потом обсудим. Надо, чтобы корабль Орлицы шел за нами. Надеюсь, там не заметят, что команда теперь другая. Одной надежды мало. Вели своим людям спрятаться, когда подойдем ближе. Ну да. Пустая-то палуба никого не напугает. Мы выиграем время. Когда они поймут, стрелять из пушек будет поздно. Они полезут к нам на борт. Тогда мы нападем. Взорвем их запасы черного пороха. Спорим, чудовище Блюха. Надеюсь, ты нигде не прогадал. Громадина. Гарчир! Ведь я Радпайн! Они заметили. Надо нападать. Рано. Урстигу Харуль! Ждем. Вперед! Let's go! Пусть отправляются на корм рыбам! Варя, а? Кунай забираем. Мою дверь завали! Выбивай! Тин! Надо как-то обойти.
Куда попал? Ну-ка лежать. Ой. А теперь, пацаны, валим. Валим, 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 валим. Так, бахнем. Сегодня мы отомстили за убежище Фуне. А завтра отвоюем Ики. И однажды разорвем круг бесконечных страданий. Дин из Ерикавы. Мы молодцы. Думаю, Фуне будет довольна. Нет. Она с нас обоих шкуру спустит. Это еще почему? Ты знаешь, Дзин Сакай, пройдет слух, кто ты такой, столько охотников тебя убить соберется, целая очередь. Так расскажи. Как ты понял? Я за себя постою. Орлица этого и ждет. Уж ей-то выгодны наши распри. А будем заодно, ей не выстоять. Ты врешь! Где ты узнал мое имя? Монголы ведь подсказали. Это весточка от Орлицы. Какой же я глупец, что поверил самураю. Я хороший самурай. Я ведь здесь родился. Здесь учился плавать. Помогал строить дома. Сломал руку, прыгнув со скалы. Хотел жену удивить. Ты женат? Да, был. Она умерла при родах. Фуна помогла хоронить. Здесь мой дом. Все здесь моя семья. Если они узнают, что я спелся с сыном мясника, то прикончат нас обоих, а тела бросят крабам. Я этого не допущу. Сохраню тайну. И мне придется. Мы нанесли Орлице ощутимый удар. Только вместе мы спасем остров Ики, но будет много сражений. Вы, самураи, любите речи. Доложу Фуне, что ты не ошибся. А ты потом зайди к ней, она отблагодарит тебя. Что-то сомневаюсь. Будь осторожен. Не сболтни лишнего. И ты, Дзин из Ерикавы. Так. Я бы к броде кубать вашу прийти и прокачаться. А можно драться, да? Ехать. Испытаешь себя? Конечно. У нас тут каждому бойцу рады. Давай. Поединки для забавы во время войны. Я сейчас расхерачу всех и все. Людям всегда охота зрелищ. Ух, как расхерачу-то! Мы бьемся на бакенах. Я не сражаюсь без цели. Аж возбудился немного. Тебе цель нужна?
Ну так знай, что победитель получает щедрую награду. Если хочешь поучаствовать, выходи. Соперники уже ждут. Давай, сейчас изи всех размотаю, как мне хрен делать. Вообще, сопляки, я великий самурай. Назовем тебя... Мать его, я великий самурай. А эти сопляки сейчас ни хрена ничего не сделают. У всех есть сильные стороны, а есть и слабые. Брось кому-нибудь вызов. Чего давай. Время терять? Где там самый сильный? Давай. Пошли драться. Давай, погнали. В борьбе мы обретем мир. Давай, Ипта. Выходи, драться будем. Вместе, монаха. Таков мой путь. Помню, this is the way. На наш монастырь напали разбойники. И я насмерть избил их чашей для подаяния. Тебе ведь нельзя применять силу. Нельзя. Но я на миг обрел просветление. Сразись со мной. Я хочу, чтобы оно повторилось. Бакута бросает вызов Овану. Для меня это честь. Итак, начинаем. Наш первый участник — Бакуто. С ним сразится Ован. Монах в изгнании. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Тварь. Стоп! Шаг назад. Удар Бакуто. Дальше. Стоп. Разойтись. Удар Ована. Вперед! Да ё-моё, ты чё такой дерзкий-то? Сходись! Стоп! Разойтись! Удар Ована! Вперед! Шаг назад. Удар Ована. Дальше. Побеждает Ован. Победа стала мне ценным уроком. Это, мать его, как вообще получилось? Ну-ка, иди-ка сюда, собака, я тебе сейчас нахерачу. Буду рад, если ты снова бросишь мне вызов. Бой! Ага! Стоп! Разойтись! Удар Ована! Сходись! Стоять! Разойтись! Удар Ована! Вперед! Стоп! Да ты сука! Как тебя парировать-то? Дальше! Стоп! Шаг назад! Удар Бакуто!
тварь, а? Сходись! Стоять! Разойтись! На и... Вперед! Ну и получил, тварь. Начал Побеждаем он мне тут это. Бакуто! Благодарю за этот путь. Да иди ты нахрен, читер сраный. Кто там следующий? Ну типа самый сильный, что ли, был? Ха, меч у тебя из стали. Видно, мастерства не хватает. Этот меч для войны. С тобой мы сразимся на деревянных. Как-то я бакеном спорол человеку брюхо. Мне было тогда 13. Хм. И до сих пор хвалишься? То была не последняя моя победа. Не хвастайся прошлым. Покажи, что умеешь сейчас. Бакуто бросает вызов Кайо. Я тебя разорву. Итак, начинаем. Наш первый участник — Бакуто. С ним сразится Кай. Жестокий налетчик. Разрешены удары руками и ногами. Бьетесь до 5 касаний. Бой! Стоп! Разойтись! Удар Кая! Ах ты ж, зараза! Сходись! Стоп! Шаг назад! Удар Кая! Вперед! Стоп! Разойтись! Удар Кая! Дальше! Стоп! Шаг назад! Удар Понял! Бакуто! Вперед! Стоять! Да ну в смысле! Удар Кая! Дальше! Стоп! Шаг назад! Удар Бакуто! Сходись! Стоп! Разойтись! Удар Бакуто! Вперед! Новая атака! Кай, ладно, хрен с ним. Скажи спасибо, что не убил. Эти доспехи нуждаются в хорошей чистке. Не, если честно, уже хочется на Цусиму вернуться. Там куда красивее. Да, да, как прикажешь. Да кто бы говорил? Ты слышишь? Молодец, Зин. Не думала, что стану хвалить самурая, но с кораблем ты хорошо придумал. Ты благодаришь? Не наглей. Теперь мои корабли снова выйдут в море. Если решишь вернуться на Цусиму, я не обижусь. Еще неделя-другая, и весь ваш остров погибнет от зелья орлицы или перейдет на ее сторону. И тогда она отправится на Цусиму.
Ну хорошо, как скажешь. Оставайся, Дзин из Ерикавы. Подрежем орлице крылья. Она недавно выехала из форта Сакай вместе с войском. Разведчики доложили. Значит, что-то задумала. И где она? Не знаю. Она умеет заметать следы. Но раз она увела свое войско, крепость осталась почти без охраны. Самое время нанести удар и вернуть себе форт Сакай. Даже если охраны меньше, попасть туда все равно непросто. Это тюрьма. Пленных пытают и насильно поют зельем, чтобы они поклялись служить этой ведьме. Знаю. Я был там в плену. Там, в клетках, сидят мои лучшие бойцы. Они помогут отвоевать форт. Только освободи их. Тогда мне хватит людей, чтобы сразиться с орлицей. Только поставь здесь побольше охраны. Если все пройдет как надо, орлица будет зла. Да уж, надеюсь. Великий Мохоч намечается, получается. Молнии с небес. О, этот великий Мохач начинается. Сейчас мы будем разваливать всем лица. О, великий Мохач начинается. Джеронимо, о, хорош. Куда я убежал, а? Ну вот куда я, мать его, убежал? Дин, Сакай. Ты ремонт сам рад не тускай.
Ну-ка, слышь ты, певец великий, блин. Великий певец. Это все взаправду. Я свободен. Вы люди Фуна? Да, были. Только нас поймала орлица. А ты-то кто? Самурай, что ли? Я друг. Фуна велела вас освободить и снова занять форцами. Орлицы здесь больше нет. Но за нее остался командир Хунбиш. Он нас пытает. Хочет сломить, чтобы потом напоить отравой орлицы. Он не уйдет отсюда живым. Вы все возвращайтесь к Фуне. Я могу сражаться. И буду. Найди оружие и иди за мной. Что, орлица свалила, что ли? Испугалась, мать? Украсит все живое. Отца своего ты не спас, но надеешься спасти его крепость. Нет, не слушай ее. Прогоним монголов вместе. Разбейте клетки! Освободите людей! Помогите! Помогай мне. Носимся, как эти. Что там, где еще шаманы эти ваши? А вот не было, не надо было на пацанов на наших уехать. Cut!
захватчиков! Сражайтесь с ними! Вперед! А это, поход дела, на Цусиму свалилось, сто пудов. Вперед, бейтесь за свободу! Заики! Наступаем! Без пощады! Вперед! Отомстим запавших! Мы не сдадимся! Давай, иди сюда. Блин, ну стойки все-таки реально приходится сейчас поменять. Лежать, мой, вообще, давай. Вот не люблю я, на самом деле, в толпе махаться, ну ладно. Спасите! Сюда! Командир Хунбис мучает нас! Помогите! Спасите! Помнишь, как твой отец привязал разбойников к деревьям и оставил умирать в наказание? Правда, похоже? Орлица знала, что ты придешь, самурай. Ты отведал ее священного снадобья. Этого дара достойны лишь будущие шаманы, великие воины и правители. Она хочет сделать меня своим шаманом? Превращение уже началось. Прими этот дар. Стань ее шаманом. Воспари в вечном голубом небе. Иначе я сломлю тебя во имя Орлицы. Это не дар, а проклятие. И я перед ней не склонюсь. Тяжеловато будет. Тебя повесят, как червь. Жаль твой дар. Мог служить Орлице! Я не буду ее шаманом. Где
тебе твоя благодарность. И заплатишь за это жизнью. Ты впустую тратишь дар Орлицы! А ты впустую тратишь воздух! Я думал, что зафейлю. Трус! Убейте всех! Рубите головы! Пойди-ка сюда, полудурок грешный, я тебя сейчас покараю до конца. Эй, стой! Ты впустую тратишь дар Орлицы! То он что, полетать ли решил? Чё-то ни хрена не понял. Хунбиш убил моих друзей. Я рад, что этот трус получил по заслугам. И неважно, кто его убил, пусть хоть и самурай. Мы одолели его вместе, но Орлица знала, что я приду. Оставила Форт Сакай без обороны, как наживку. Хотела, чтобы Хунбиш передал мне ее послание. Он уже мертв, и Форт теперь наш. Благодаря тебе мы, наконец, погоним их отсюда. Собери всех, кто может держать оружие, и отведи к Фуне. Остальные пусть укроются здесь. Форт Сакай выстоит, если его немного подлатать. Разумно. Только не спеши уходить. Прими от нас эти сидельные сумки. Уж самураю такие точно пригодятся. Спасибо. Доброго вам пути. Встретимся в убежище Фуна. Че, ребят, секунду. Ребят, секунду.
Так. Седальная сумка. Двойной боезапас, который вы можете иметь при себе. Дополнительный снаряд будут помещены в седальную сумку. Пополняет ваш запас, когда вы сядете на коня. Молодец. Сейчас, секунду, ребят.
Так, ребята, сейчас дела надо быстренько сделать. Сейчас подойду, ребята. Так, ребята, я здесь, а. Не оттуда, как говорится. Сейчас, у меня просто тут это, важные дела.
Сакай. Орлица напоила бы нас отравой. Ну, да. Освободил нас из форта Сакай. Вот уж дожили. Дзин из Йорикавы. Но ты превзошел самого себя. Дзин из Йорикавы. Все мои люди целы. Форт Сакай в наших руках. Теперь мы наконец-то сможем дать отпор Орлице. Известно, где она? Пока нет. Но кое-что я узнала. Орлица разослала своим шаманам приказы, а мои люди их перехватили. Похоже, она ищет какого-то самурая. Имя назвала? Нет, но можно догадаться, кого она ищет. Я одно хочу понять. Зачем ты ей так нужен живым? Я был у нее в плену, чудом выжил и сбежал. Может, решила меня все-таки поймать и добить? Что-то ты темнишь, самурай. Фуне, Дзин, мы искали Орлицу. Сбились со следа, но... Да ёпт твою... Наткнулись на отряд ее разведчиков. За ними сюда и пришли. Там на утесах полно монголов. Возвращаться пришлось едва не ползком. Орлица знает, что мы рядом. Она нас найдет. Она ищет мести за свой потонувший корабль. И за гибель своего верного Хунбиша. Можно уйти на корабле. Бросите дом сейчас, потом не вернете. Хочешь здесь умереть? Лучше увести их отсюда. Сразиться на суше. Мы в меньшинстве. Самураев тоже было много. Вы знаете эту землю. Устроим засаду. Там, где им будет трудно отбиться. В деревне Кидафуры. Так и поступим. Тензо, собирай людей. Пора выдвигаться. Деревня Кидафуры? Резня в Кидафуре! Я послала разведчиков. Они заманят войско Орлицы в деревню Кидафуры. Наши люди готовят засаду. А что жители деревни? Деревня пустая. Никого не осталось после вторжения мести. Блин, а я что, золотые не могу носить, да? Твой отец перебил целую деревню, а ты ему в этом не помешал. Со сторожевой башни будет хорошо все видно. Разведчики заманят сюда монголов, но мы не знаем, с какой стороны они подойдут. Поставь людей на основных путях. Несколько всадников останется здесь. Это как на лесном пожаре. Где горит, там и тушим. Места много, нужно рассредоточиться. Где нам поставить людей? Поставь их в один ряд с жертвами твоего отца. Вели своим людям встать в дозор прямо у леса. Если кого увидят, пусть сразу запустят сигнальные факелы. Да. Пусть дадут залп, как только увидят монголов. И к ним помчимся мы. Пусть люди спрячутся в домах и амбарах. Там, где рыдали от страха жертвы твоего отца. А если монголы не подойдут? Велишь всадникам зайти сбоку и гнать их сюда. А про это что скажешь? Завидев у ворот самураев с Цусимы, люди поняли, что они обречены. Здесь они отступают. Что? Кто отступал? А, мы отступим, если их будет много. Постараемся здесь все укрепить, как сумеем. Пусть все займут позиции. Будем ждать. Им неведом ужас, что познали жители этой деревни. Жестко. Пока ты стоял в стороне. Скачите к постам, увидите захватчиков, дайте знак. Говоришь, они отступали здесь? Ты был с ним. Во время той жестокой резни. Это была не резня. Ваши воины перебили безоружных людей, как скот. Здесь прятались бойцы с оружием.
а еще их семьи. Здесь жили те, кто нападали из засады, расставляли калечащие ловушки, вспарывали глотки спящим. А чего ты хотел? Вы пришли нас убить. В этой деревне жил мой старый друг. Когда самураи ушли, я нашел его тело. А вот голову искал неделю по грязи. Мне жаль, Тензо. Тебе жаль? Ты хоть представить себе можешь, что я испытал тогда? Ты знаешь, сколько жизней погубил твой отец? Много. Но я не мог ему помешать. Ты не мог. Другим пришлось вмешаться. Я видел его смерть. Был рядом. Но не спас его. Почему? Идут. Идем к лошадям. Они идут. Готовьтесь. Они атакуют! Тензо! Дзин! Сюда! Быстро и насмерть! Куда? Там еще монголы! Нам нужно выиграть немного времени! В атаку! Да я легчайший костюм делаю! Шамана хотели позвать. Не получилось, да? Последний. Ничего сложного, один. Хорошее начало. Это сигнал! Монголы на подходе! На коней, вперед! Как в старые добрые времена. Она вспоминает, как когда-то убивала самураев и радуется. Это сигнал! Быстрее! Устроим монголам теплый прием. В этих телегах бочки с черным порохом. Отлично. Они идут! Целься в бочки! Ай!
Да ё-моё. Это был последний. Отбились. В этот раз. О, такое не забывается. Кровь текла по земле рекой. Вокруг лишь погибель. Вот он, след мясника Кадзумасы Сакая. Тихо. Больше залпов на запад! Долго мы так не протянем. Вперед! Все в порядке? Да. Не задерживайся. Фуне, наши готовы к отступлению. Нам нужно больше времени. Мы будем сдерживать их, сколько сможем. Стойте! Залпов не слышно. Затихли. Здесь были наши дозорные. Я их не вижу. Посмотримся. Может быть, засада. Интересно. Они захватили дозорных. Подождите, я подойду ближе. Застану врасплох. Так, добили. Может. Я тебя освобожу. Я тебя освобожу. Я уж думал, мне конец. Спасибо. Опять залпы! Со всех сторон! Орлиное племя делает ход. Их слишком много! А наши люди кто где? Нет времени! Скорей! Все к лошадям! Назад! К башне! Встретим их там! Веди нас, самурай! Назад! Отступаем! Let's go, Гагэ! Наши всадники! Их преследуют монголы, им нужна помощь! Еще впереди! Мы их задержали! Люди готовы к обороне! Не дайте монголам пройти! Будем биться до конца! Ха-ха!
Ну, драться! На лошадке, а? Где эта мразь поющая? Мне Бакунаев. Продолжайте! Отбросьте их! Бейте подлых захватчиков! Заики! За кунаи! Мне нужны кунаи! Где кунаи? Кунаи, кунаи! Вот тут могут быть кунаи! Кунаи! А-а-а, кунаев нету! Я одну Погоня, подобрал. Режьте их! Режьте ту собаку! Режьте ее! По полной режь! Пусть смерть твоя украсит все живое. Украсит все живое. Я это уже слышал. От убийцы отца. Тебе мерещится. Это из-за отравы. Помолись в последний раз и прими свою смерть. Давай. Ты же сын своего отца. Мало он пролил здесь нашей крови. Он хотел спасти людей. Ты знал, кто я. Знал, что убил моего отца. И лгал мне в лицо. Ух, и лгал себе сам. Моим врагом был он, а не ты. Как такое ничтожество, как ты, одолел Кадзумасу Сакая? Я не знаю. Повезло. Он перебил тысячи наших, прежде чем упасть. Думаю, сломал ногу. Мне оставалось лишь добить его. Чего ты ждешь, самурай? Не сейчас. Ух!
Отец был убит, когда вы заманили нас в засаду в ущелье Сензо. И Орлицу мы убьем так же. Нас двоих недостаточно. Да етишкин ты в корень! Иди к Фуна. И жди меня возле ущелья. Нам больше не скрыть, кто ты такой. Когда Фуна узнает... Скажи ей. Да, я Дзин Сакай. Она знает, что я сражаюсь за Ики. Лично убедилась. Скажи ей, я не мой отец. Иначе ты был бы мертв. Да ё-моё! Нам надо сюда. О! Ну серьезно, я не могу. ТПшнуться или что? Я уж думал, ты не придешь. А я думал, что ты... Фуна. Думаю, Тензо рассказал тебе, кто я. Да, Сакай, рассказал. Знаешь, не будь мы на войне, вы оба уже кормили бы мух. Если вцепимся друг другу в глотки, не выживем. Сперва остановим Орлицу. Личные счеты потом. Ладно. Я пришла услышать твой план, Сакай. Как кучке разбойников победить целое монгольское войско? Как вы победили самураев 15 лет назад? Заманили моего отца в ущелье Сензо, убили его, и клан Сакай отступил. Так же будет и с орлиным племенем. Как привлечь ее внимание? Ей нужен я. Погонится за мной, заманю ее в ущелье Сензо. А там будем поджидать мы, и всех перебьем. Может сработать. Сперва орлицу нужно найти. Она не сидит на месте, ищет новых жертв. Мои люди прочесывают остров, ее найдут. И тогда я привлеку ее внимание. Ты будешь не один. Орлица скоро найдет и сожжет дотла наше убежище. Если есть возможность ее остановить, значит, надо ею воспользоваться. Решено. Тензо, на тебе лазутчики. Засаду беру на себя. Я пока буду ждать здесь. Один выстрел, чтобы сбить орлицу. Не промахнитесь. Так, дождитесь возвращения Тензо. Войско орлицы на подходе. Фуна, на месте? Наши в ущельях уже наготове. Теперь надо заманить к ним монголов. Пошла!
За войском Орлицы следят мои люди. Мы с ними встретимся. Когда нападем, я отвлеку ее. Ты сказал, она тебя ищет. Зачем ей отравленный самурай? Хочет сделать меня своим шаманом. Что? Ее человек сказал, что она хочет переманить меня к себе. Но она напоила тебя ядом. Ее священное снадобье действительно яд. Но шаманы используют его для инициации. Видения продолжаются? Да. И становится хуже. Я предупреждала, что тебя ждут безумие и смерть. Тензо, сюда! Монголы прочесывают остров. Ищут какого-то самурая. Орлица с ними. Она остановила поиски и выпустила несколько орлов. Нас не заметили. Подберемся ближе. Иного пути, пожалуй, нет. А я ронин. Да-да. Ищите шлем Орлицы. Его легко заметить. Вот она. Это Орлица. Где? Я не вижу. Вон там. Она видит нас. Вперед! Вот ты где, господин Сакай. Я давно тебя ищу. Нет. Не сейчас! Прими мой дар! Стас! Ну, ребят? Моим шаманом. Твой дар, отрава! Откажи мне, и тотчас умрешь, как твой отец. Проклятие, где она? Тензо! Орлица ушла! Ищи ее! Ее здесь и не было! Пошел нахрен. Я прям по голове ему. Прям в жопу. Что случилось, Дзин? Монголы поджидали нас. Но если Орлицы здесь не было, тогда где она? Где же я, Дзин? Замолчи. Какое место на этом острове зовет тебя? Где нам суждено встретиться снова? Неужели? Ущелье Сэнфио! Орлица там, где убили моего отца. Быстрее, назад, Фуны! Я недооценил Орлицу. А может, ты просто хотел к ней в услужение? Принеся нас ей в дар. Я не предатель. Я был в плену, одурманен. Принял Орлицу за кого-то другого. Рассказал ей про отца.
про то, что было в ущелье Сэнзо. Она знала, где погиб твой отец. Потом узнала, что ты с нами. Даже про наш план проведала. Она нас опережает. Но шанс есть, Тензо. Блин, а реально, как так? А! Короче, Тензо предатель. Их там целое войско. Фуны не справятся. Ангсар-Хатун! Где ты? Я знаю, ты здесь! Выходи! Ну это ты зря, чувак. Мерзавцы появились из ниоткуда. Что случилось? Потом объясним. Орлицу видела? Она возглавила атаку, перебила моих людей. Нужно отступить в укрытие. Второго шанса у нас не будет. Орлицу нужно убить сегодня. Упрямый, как мои ребята. Тогда вперед. Слушайте меня, охотимся на орлицу! Быстро в ущелье! Поздно. Битва проиграна. Ты подвел друзей. Так же, как отца. Ты помнишь, как позволил ему умереть? Да тварь, а? Разум помутился. А вдруг это сражение тебе чудится? А? Зин, ты с нами? Да. Господин Сакай, ты вернулся? Орлица. Теперь она здесь. Помнишь, как Кадзумаса истекал кровью, а ты трясся от страха, словно ягненок? Я был ребенком. Ты сын самурая, не крестьянина. Но когда твой отец попал в беду, ты спрятался, как трус. Зин, все хорошо? Да, не отступай! Нехрена.
Орлицу. Ищем Орлицу дальше. Ты как, держишься? Раньше я слышал ее голос. Теперь вижу ее. Чувствую. Может, здесь видение становится ярче? Надоело сражаться, господин Сакай. Подойди, я подарю тебе мир. А я подарю тебе холодной стали! Дин, держись давай! Помнишь, как разносились по ущелью его предсмертные вопли? Позволь мне унять твою боль. Отправляйся в пекло! Грёбаные шаманы, а? Орлица где-то рядом. Ты знаешь, где меня искать, ведь знаешь? Да. Орлица ждет к востоку отсюда. Там погиб мой отец. Я не буду полагаться на твое чутье, самурай. Иди на восток. Мы с Тензо пойдем другим путем. Нет, Дзину нужна помощь. Я пойду с ним. Удачи вам обоим. Забыл. За мной! Сокрушим монголов! Да. Я жду в сердце твоей воли. Позволь тебя исцелить. Проклятье, замолчи уже! Дзин, тебе лучше отступить. Слишком поздно. Добычей делиться не буду. Да мне надо-то. Мы на месте. Здесь ты убил моего отца. Тебя привело священное снадобье. Ты знаешь зачем? Чтобы остановить тебя. Нет, чтобы исцелиться. Ты годами прятал от себя свою боль, а снадобье раскрывает тебе глаза. Против моей воли. Твое зелье — это оружие. Не позволяй мраку овладеть тобой, Дзин. Пусть твой дух воспарит в вечном голубом небе. Я не парю над своими соратниками. Я служу им. Даже тем, кто убил твоего отца. Да, даже им. Стыдоба. Тензо, бери остальных. Орлица моя. Ха!
Тебе меня не убить! Ты умрешь здесь, как трус. Ты ослеплен жалкими людьми. Да зараза, а? Бесявая. Теперь я несу смерть. Пусть суд над тобой вершат твои предки. Что-то я не понял. Отец. Дзин. Помоги. Батя, ёп! Здорово! Дин. Жаль, что мы не погибли вместе. Как воины. Прости, что подвел, отец. Ты подвел весь клан. Ты очернил наше имя. Здесь до сих пор не забыли нашу жестокость. Иногда жизнь требует жестокости. Это и для меня было непросто. Но я выполнял свой долг. Ты помнил о долге только в бою, но не дома. Ты был мне нужен. Когда твоя мать умерла, я не знал, что мне делать с маленьким сыном. И воспитал самурая. Пора, Дзин. Делай то, что должно. Смой позор с нашего имени. Ух. Отомсти. Убей его, трус! Нет. Я не стану таким, как ты. Я не в ответе за твои поступки. И за твою смерть я не в ответе. Вот это слова истинного самурая! Иди сюда, сучечка! Священное снадобье больше не действует. Как такое возможно? Yeah.
Ах ты мразь! А нет, ну ты сучка крашена! Осталось два удара ей! Иди ты в жопу, сучка! Опять удар остался, а? Вот мразь! Бесёвая! Бесёвая со своей этой шпажкой, блин. Давай проткни глотку этой твари, в рот ей прям вставь эту шпагу и убей нахрен. И ты предстанешь перед судом своих предков. Бесёвая тварь. Прям меч ей в челюсть вставляй, Сакай, давай. Бесёвая тварина, бабка, ненавижу таких. Ух. Сакай, в голову ей втыкай! Я б затыкал ее, реально, бесявая тварь. Да иди ты в жопу, интернет! Ну, добивай. Сильно ранен? Жить буду. А ты как? Еще слышишь ее? Нет. Прости меня, Дин. И ты меня. Ха. Я думаю, надо выпить. Пойду-ка я к Фуне. Обрадую. Иди. Я скоро буду. Ты уж не тяни, Дзин. Мысли о смерти отца.
прячется где-то в тенях. Отец пытается встать. Навстречу небу. Благословение смерти. Победить орлицу. Ну, тварь эта орлица, а как же она мне это пригорел прям пукан. Нее бесявая тварина. Легкое сердце. Дух, не защищающий сожаление, готов без страха встретить будущее. Я понял. Так и цели. Ага. Сюда. Let's go. Нас домой отправят на Тусиму. Я уже устал здесь находиться, если честно. Не нравится мне эта локация. Жалею, что на нее отправился. Тусиму куда интереснее. Объективно. Не лучше ли просто держаться от монголов подальше? Вот именно это. Учить этих умников быстро стрелять и убегать. Быстро стрелять? Ладно, подумаю. Куда мне? К нам самураи пожаловал. Фуна, Тензо, я смотрю, дела неплохи. Без орлицы и дышится легче. Это ты постарался. Хм. Как и вы. Мы и все племя ее отсюда прогоним, если продолжим сражаться. Слышала, Фуна? Он сказал мы. Ты зайди потом, Сакай. Мне нужен самурай, которому можно доверить секрет. Вижу тебя лучше. Только смеяться больно. Но с тобой мне это не грозит. Ты все равно смеешься только над своими шутками. Но мечом махать, как раньше, я уже не смогу. Значит, мирные торговцы теперь вздохнут спокойно. И чем думаешь заняться? Многие еще страдают от яда орлицы. Их не вылечить, но можно облегчить муки. Может, кто-то даже исцелится, как ты. Из-за яда орлицы мне пришлось заново пережить гибель отца. Он толкал меня к мести. Что ты сделал? Понял, чего боялся больше смерти. Подвести отца. Я много лет винил себя в том, что он погиб, а я остался жив. Так что я себя простил. И его. Это помогло? Тьма не уходит бесследно. Но понемногу рассеивается. Может, исцеление в этом? Помочь людям пережить свой страх, посмотрев ему в глаза. Надеюсь, что так. Когда-то я и представить не мог, что скажу это, но... Рад, что мы встретились, Тензо. Не думал, что скажу это, но... Спасибо, Дин. Спасибо, Дин. Мне пора в путь. Буду искать тех, кому пришлось искать. Пить яда орлицы. Постараюсь им помочь. Ну, Ханан сейчас набег. Мы еще с тобой не оправились. Это война. Отдохнуть хочешь? Тогда проси монголов пару дней не нападать. А! Уйди, а хотел. Я тут. Неприятности? С этим я разберусь. Я должна сказать тебе спасибо.
За то, что убил Орлицу. И за то, что отпустил Тензо. Она заслужила смерть. А Тензо... На острове и так пролито много крови. И скоро прольется еще. Возле берега стоит монгольский корабль с припасами. Там столько, что хватит всем до конца войны. Мы их заберем. И тут вам нужен самый ненавистный вам самурай. Самым был твой отец. И ты просишь врага о помощи? Рискуешь людьми ради каких-то припасов? Фуне, что на корабле? Моя дочь. Значит, ее надо спасти. Но все должны думать, что цель — припасы. Твои люди не знают. Ты не сказала, что подвергаешь их опасности ради дочери. Если люди узнают, будет бунт. А этого сейчас позволить нельзя. Орлиное племя вас уничтожит. Я не могу бросить дочь. Идем со мной. Помоги спасти ее. Втайне от всех. Ладно, я с тобой. Спасибо. Мы отходим на заре. Можешь пока повеселиться со всеми. Или отдохнуть. Отдыхай, пока можешь. Мы выходим на заре. Когда меня домой уже, блин, отправят на Цусиму? Я могу на Цусиму отправиться? О, наконец-то-то! Фу, слава богу. О, ребята, такой тяжелый день был вообще. О, я там на этом вообще там эту... Ой, все. Монах. Я работаю с любыми доспехами. А для такой работы нужно больше. Фак. Yeah. Спасибо. Господин Сакай. Норио. Подожди, Норио. Блин, ребята, как я по вам скучал. Вы себе не представляете. В таком дерьмище был сейчас. В таком замесе там. Орлиц. О, правду говорю. Орлиц там какая-то. Вообще непонятно, что было. Так, алтарь с этими, с подарками пуст. О, нифига, это тут что делает? Слышь, мать, а ты что тут делаешь? Какой матери? Масак отправилась на берег Комоду. У меня тоже там есть много. И пропал, да? Интересно, конечно, интересно. Ничего не скажешь. Да иди ты в жопу, интернет достал уже. Надо по кабелю подключать консоль. Короче, ребята. Я предлагаю закончить на сегодня. Добили сюжетку вот на этом острове. И надо бы нам на Цусиму возвращаться. Но это прям это. Сейчас очень много зависнет здесь. А мне надо кое-какими делами позаниматься. Давайте тогда. Спасибо всем, кто был, смотрел, кто ставил лайки. Сегодня в 17:59, то есть практически через 2 часа, вас ждет премьера на канале. Вот. В одной игре. Так что присоединяйтесь к просмотру. 3 серии подряд просто. Тыц-тыц-тыц. В общем, должно быть клево. Игра интересная, которая вот выйдет, да. Вот, она, я ее не буду проходить в рамках стрима. Я ее буду проходить в рамках летсплея. То есть вы ее будете видеть исключительно только в летсплей формате. Потому что игра человая, игра клевая, и мне она, в принципе, очень нравится. Вот. Завтра мы продолжим с вами играть в Ghost of Tsushima. Подзадушил тот остров, честно скажу. Ну, не понравился он мне. Вот это вот по скалам лазить, что-то не те.
Ну и сюжет такой, условно, на вот этом вот острове, на Ике, не очень. Тут мне нравится гораздо больше, интереснее и все остальное. В общем, вот так вот. Ладно, все, всем спасибо, всем пока, спасибо за лайки и все остальное. Увидимся. Может быть, завтра я разноображу чем-то другим, потому что вижу, что Цусима немножко уже душить начинает. Может быть, разноображу чем-то другим. Посмотрим. В любом случае, если вы подпишетесь на наш телеграм-канал, на нашу группу ВК, вы будете в курсе всех событий, которые будут у нас происходить на канале и на стриме. Все. Всем пока-пока.